сегодня забрала свою посылку. Давайте расскажу, что здесь. В общем, я насмотрелась на одну девушку, которая там несколько недель назад приобрела корсет, якобы для похудения. И, в общем, она и для осанки, для всего. И она этот корсет носит. И дело в том, что она действительно по истечении там нескольких недель, я пролистнула назад и начала смотреть это все дело. И она действительно свою фигуру преобразила. Наглядевшись на это, я думаю, а почему бы и нет? В общем-то, я захотела себе тоже. Заказала на том же сайте, который она рекомендовала. Посылка мне пришла быстро. Давайте посмотрим, я вам покажу. На себе я показывать вам его не буду, уж извините. Но я вам расскажу, чего и как. Ой, как красиво. Я оценила прям, я так вот, это прям как подарок. Вот, в общем, что говорит, ну, вообще корсет, что такое? Утягивает, там, живот убирает, естественно, сразу визуальный эффект. Но помимо всего того, что сразу визуальный эффект у вас есть, самое ведь главное это что? Что ты там потеешь, ну, я там буду потеть. А из-за того, что сверху один материал латекс, внутри там хлопок, это все дело будет, там, тело мое худеть. Вот, и по рекомендациям вот этой вот девушки и самого, вот те, кто продают, они сказали, что нужно сначала надевать его не больше, чем на 1,5 часа. Спать в нем категорически нельзя. В нем есть косточки, которые помогают держать осанку. То есть я уже вот так вот, как я у вас привыкла тут распаковки делать, так я уже делать не должна. И помимо всего этого, пропадает живот. Вах! И... осанка, все, становится прямой спина. Здесь видите вот эти вот косточки, 25, по-моему, косточек. Здесь разное, как он называется, можно сильнее затянуться, можно слабее. Я думаю, просто вот понимаете, с запасом, потому что я сначала же, наверное, на последнюю застегну, а через пару недель, наверное, на эту последнюю, потому что я мечтаю похудеть. Ну ладно, уговорили, давайте накину, ну давайте на майку, чтобы вы не это... поняли, да, это же у нас с вами не секс-программа, а просто как это, ну, да, надо мне это делать, как бы, не при вас. О, я хочу его застегнуть, я прям завтра на рыбалку. Давайте так, я сейчас его застегну под майкой, а потом вам покажу, как бы, себя в майке. Запоминайте меня с моими складочками жира. Вырыли мои шляпки. Сейчас покажу, как по-другому будет выглядеть с ним. Но он при... давайте сразу его посмотрю. Самое приятное в том, что вот здесь приятный материал. Эти все косточки видно. Здесь наоборот, он такой гладкий. То есть, как бы да, эффект будет по ходу парилки. Ну и глядя на ту девчонку, которая действительно за несколько недель похудела, я думаю, а вдруг спорт-то и не нужен вовсе? Съел торта, но только в этом корсете. И все, худой заново. Давайте сейчас надену, покажу. Ну, давайте какую-нибудь облегающую майку надену. Сейчас покажу. В общем, я нашла более-менее приличную майку для того, чтобы вам показать корсет в действии. Как я и думала, у меня на самые, как бы, широкие петли на первый ряд я застегнула. Моментально я почувствовала, как я прямо эффект похудения на лицо. Прямо сразу все втянулось, всосалось. Держит он здорово. Особенно держит он здорово спину. Прям оп. И уже согнуться невозможно, потому что тебе неудобно, если ты сгибаешься. Здесь давит, там давит. А вот когда ты ровненький, класс. Вообще огнище, какой он классный. Я теперь, так, засечем 1,5 часа, сегодня прохожу 1,5 часа с ними. Сейчас до 10 часов вечера как раз клубнику сделаю, все сделаю и буду теперь ходить в корсете. Будете смотреть мои изменения. Ну вот на ощупь и первые впечатления я прямо в восторге. Все, как говорила та девушка, благодарю-с, денежки потрачены. Вам оставляю на них ссылку. Пожалуйста, все, кому интересно, кто хочет сразу же поиметь талию, как у меня, заказывайте себе такой корсет. Вы прямо кайфанете. Я прям кайфанула. Я просто смотрю на себя, такая худая. Надо Наташке сказать, на 6-м этаже. Ему же тоже захочет. Она же там прям худеть хочет. Наталочка. Так она на день рождения собирается. Может, ей корсет предложите, правда? В общем, все, друзья мои, ссылку вам на них оставляю. Корсет огнище. Я сама под впечатлением. Все, целую. Давайте.